татарские они замечательные, они все умеют и печь, и ухаживать, и петь, и танцевать, и стихи сочинять, и лечить. Просто, по-моему, самые талантливые женщины – это татарские женщины. Ну, и я хочу просто, я сегодня не только председатель и певица, но еще вот заполнитель пауз. Сейчас, пока наши девочки переодеваются для показа старинных костюмов, татарских костюмов 18-19 века, я хочу исполнить новую песню свою, написала совсем недавно, которая называется «Сизнэй ищэн». Слова народные. «Сизнэй ищэн». Расскажите, Елена. Oh,